Мы все-таки считаем, что клуб «Волга» имеет большую историю, там более 60 лет, и просто было бы, наверное, не совсем, ну, как-то глупо, наверное, потерять такой клуб. И сейчас проработаем комплекс мер, которые могли бы позволить функционировать дальше этому клубу. Потому что я так понял из доклада, когда говорили, что закрытие стадиона «Химик» на там, ремонт или там, на значит, там, реконструкцию, да, в том числе является одним из факторов того, что у этого клуба появляются проблемы. Так, я понимаю, что поле, где они тренируются, где они играют, оно им будет недоступно на это время. Поэтому сейчас мы проработаем, как можно их поддержать.